Так, друзья, всем привет, меня зовут Виталий Андреец. Собственно, у нас сегодня распаковочки и обзорчики вот на эту классную клавиатуру, которая называется, точнее, от фирмы Oklik, которая называется Oklik Slayer 780G. Вот такие интересные у них, кстати, упаковочки. Спонсором данного выпуска является интернет-гипермаркет Xeon, который находится в городе Гомеле. Лучшие цены, ребята, только у них, поэтому покупайте, и это все нам предоставлено именно от них. Делаем распаковочку, обзорчик кратенький и микровывод по первым ощущениям. Поэтому, ребят, переходим к распаковочке. Собственно, упаковки у них очень похожи. Вот. Здесь все так красиво открывается. Так. И, как говорится, вуаля, мы получаем в комплекте вот такой вот мануальчик небольшой. Здесь написано, что это игровая компьютерная клавиатура Gaming Computer Keyboard 780G. Ну, расписаны клавиши, ну, как бы, и как подключать. Как подключать ее, мы, в принципе, знаем. Так, ребятушки, так, хорошо. Отложим это в стороночку у нас здесь. Сразу скажу, ребят, что это очень бюджетная клавиатура, поэтому не обессудьте, то есть мы именно делаем такие обзорчики этих вот чудных бюджетных игровых клавиатур. Так, смотрим, что у нас снизу. У нас снизу есть ножки, есть какие-то отверстия, кстати, вот одно отверстие, два, три отверстия есть здесь. Ну, так понимаю, чтобы если вода попала, то она могла стечь отсюда. Вот ножки без резиновых вставочек. Вот. Кабель где-то 1,5 метра, ну и стандартный. Опять же, кабель здесь, ребята, не в обмоточке. Здесь вот такой вот. Он какой-то такой ребристый, но мягкий довольно, но мне как бы он надежность не внушает. Посмотрим, что там еще вообще есть. Так, ребят, стоимость этой клавиатуры на день записи видео 26 белорусских рублей. Поэтому вы должны понимать, что это очень-очень дешево. Очень дешево прям. Я думал, таких цен уже нет. Сейчас проверим, подключим ее, вот как она работает. Подключаем, собственно, клавиатурочку нашу чудную. Вот она так светится. Здесь в таком формате. Вот, кнопочки FN нету. Здесь вот немного, то есть вот раз, два, три варианта подсветки. Вот, и, кстати, она стоит как-то не очень ровно. Чуть-чуть играет. Табло такое есть, которое, в принципе, есть набиратель, да, называется. Вот. Сейчас послушаем, ребят, как она вообще работает, то есть какие звуки издает. Вот, ребята, вы, в принципе, слышали то, что происходит. То есть, довольно приятный звук. Ну, скажем так, за эту цену это очень даже неплохо. Хорошо будет подарок ребенку. Ну, вот, есть даже клавиши быстрые. То есть, там, на плеер, на звук и так далее. То есть, все можно включать. Кнопочка FN. Вот. А, кстати, вот забыл подсветочки. Здесь кнопочка FN Z, поэтому есть мерцающий вариантик у нас. Вот. Либо мерцает, либо так вот. Ну, есть. Да. Ну, вот такой мерцающий еще есть. Поэтому ошибочка. Поправились немножко. Вот, но подсветка только такая. Вот ресурс клавиш. Здесь около 10 миллионов нажатий. По крайней мере, заявлено производителем, поэтому не знаю. Так ли это, проверить мы не можем. Вот. Но если есть отверстие для отверстия есть снизу, то, собственно, понятно, что возможно, если на нее пролить воду, ничего не будет. Нет. Но опять же, мы краш-тесты не проводим, поэтому, ребята, не могу вам ничего сказать. Пускать ее в воду, естественно, не буду. Вот. По выводам скажу, что в принципе понравилось. Хорошая клавиатура. За свои деньги это просто отлично. 26 рублей белорусских, ну даже если будет 30, то очень даже хорошо, полноразмерная тем более, вот, довольно неплохая. Поэтому можете приобретать. Также, кстати, ребята, если
есть возможность написать про нее что-то в плане того, что у вас есть такая клавиатура и вы уже используете ее, напишите, пожалуйста, в комментариях. Будет интересно послушать покупателям, которые делают выбор. Вот, и, собственно, хотят приобрести данную клавиатуру в подарок, допустим, или для себя, как бюджетный вариантик. Поэтому, ребят, спасибо за просмотр, что смотрите видео, ставите лайки, либо дизлайки, пишите обязательно комментарии, это для меня очень важно. Поддержите канал, внизу есть ссылочки, поэтому можете поддерживать, там ссылочки на донаты и так далее. Также у нас проводятся стримы, поэтому переходите, смотрите, обязательно подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр, ждите новые выпуски, они скоро у нас будут.